Всем добрый день. Сегодня у нас воскресенье. Мы опять идем за вещами. 40 минут прождали такси. Такси приехало, но куда-то не знать, куда приехало. В общем, мы не дождались, идем пешком. И у нас сегодня опять будут покупочки, обновочки. Сегодня у нас шопинг. Купить курточку и сапоги маме, потому что уже похолодало. Мариничке куртку осеннюю, сапожки. Там, может, халат махровый. Ну, в общем, идем тратить рублики. Ну, а мне у меня вроде все есть. Первый магазин в желтенький идем. Софишка! Заворачивай. Так, мамуле курточку берем. Синенькую. Год? Ну, это свободный, нормально. Так, халатики, утепляемся. Вон пояс наверху. На этом. Нормально. Нормально. Еще и с капюшоном. Ну да, думаю, пока сейчас 16 октября, отопление еще не включили. Так, ну что, будем? Софья вот это мерила. Она хочет. Нет, такие. Это не подходит. Я говорю, сапожки осенние нужны. Пошли выбирать сапожки. Сапожки или вот ботинки, полуботинки. Вот, смотри, какие красивые. Нет? Ну, хоть тебе, хоть Софье. Нет. А, они, правда, зимние. Нет, не годятся. У вас есть зимние сапожки. Сейчас. А ну что, здесь еще красивое. Носки по акции желаете? Ну что, удался шопинг? Не удался? Да. Что да? Не вот. Тебе купили разве что одни ботинки. А нужно было что еще купить? Курточку. Курточку? Может, пижаму? Еще там что-то. В итоге, когда идем много человек, ничего не успеваем. Шопинг не удался, потому что не успели все купить. Три человека, всем надо что-то купить. Мы вышли в 4 часа, магазины закрываются в 6 часов. В общем, 2 часа. Это так, бегом-бегом. Курточку Маринике не купили. Купили сапоги в последние 10 минут перед закрытием магазина. Короче, если такой шопинг делать, это нужно выходить или утром, чтобы на целый день не спеша. Или же идти с одним человеком. Или ребенку одному. А так у нас надо было вот и маме, и детворе. Немножко мозг, конечно, вынесли. София вообще бегала по магазинам, да, с первого на второй этаж, и приходилось ее искать. Или идти уговаривать. София, иди померяй. Ну, в общем, как-то так. Ладно, уже стемнело. Ну, я вызвала такси, сказали через 15 минут. Уже минут 10 мы ждем. Я надеюсь, в этот раз нам повезет, такси приедет, и мы поедем. Потому что маме уже все, говорит, не дойдет. Ну, я надеюсь, мы не будем целый час стоять ждать. Что-то не очень похоже так на крутой шопинг. А где эти красивые пакетики с бутиком? Что там такое? 25 минут ждем такси. Это вообще капец какой-то. Я не знаю, что такая напряженка с такси. Папе не нравится, да? А мне нравится. Давай, одевай, посмотрим. Такое я говорю Маринике, одевай, давай выберем вот желтенькое, красивое. Смотри, вот видно, что на девочку курточка, да? Там в другом магазине была розовенькая или какую-то. Нет. Мариника выбрала себе вот такую куртку. Это да, девчачья, ну вот в таком цвете. И вот такую еще куртку. Вот. Мне нравится. Это вообще на мальчика, ничего? Нет, там нет. На девочку. И фасон, там хоть повернись немножко боком. Видишь, там немножко видно хоть девчачья куртка. Ничего. Тут вообще она прямая. Вот эти. Хотя это тоже на девочку курточки. Такое, не цвет, а не ладно. Все, давай можем Мариничка. В конце концов, кому носить, да, Мариничка? Тебе носить? Да. Не папе ж носить. Папа сопротивляется, папе не нравится. Мне пойдет. А ну, прокрутись.
Подожди, это твой? Нет, это видишь? Украшение. Обманка. Что, я хочу. А мне это карман? Красиво. Давай будем мерить. Красиво, но странно. Сапожки. Два снимай. Надо тебе такие сапожки, чтобы, как если пойдет дождь, похолодает, пойдет дождь и будет. Мама, мы на каком сейчас этаже? На втором или? Да, на втором. Господи, как холодно. Будет тепло. Нет. Нет, надо это. Меньше. В итоге Жека купил себе курточку. Ну такая хорошая, теплая. Да, Мурчела? Теплая куртка? Теплая, хорошая. А я взяла вот такие перчаточки себе. Под сапожки, под курточку. Так что шопинг удался.